Доброго всем здоровечка, вы на канале Бложка в США немножко, с вами Дмитрий Геллер, создатель канала и лавка Army Plus Store. И сегодня у нас первый покупатель. What's up, my man, what's up, my brother, what's your name? Andrew. Andrew, с нами Andrew. Andrew покупает шерстяные штаны. Andrew, you're gonna buy those pants, right? Yes. I gave you great discount. Very good discount, yeah. Okay, you happy? Andrew, what do you do for a living? I go to college and I'm in school, and I also resell clothes. So. You resell clothes? Yeah. Wow, we're almost... This one's for me, though. That's, of yeah. course, that's gonna be for you. How do you like my store? You went around, you look around. Very nice, a lot of good leather pieces, leather jackets. Thank you. A lot of good military surplus, and a lot of good... knickknacks as well. So. Thank you, I really appreciate it. Okay, yeah, so enjoy the pants. Yeah, thank you, man. Окей, Эндрю сказал, что магазин ему очень понравился, и что у меня красивые кожаные изделия, что классные вещи, которые относятся к Army и Navy, армейская, старинная. А мы с вами знакомимся с лавкой, как я вам обещал в предыдущем видео. Вот она, это Army Plus Store, который уже 12 лет. Годики. Как бегут быстро годики? Army Plus Store находится на English Town Flea Market в Нью-Джерси, в городе English Town, который автоматически является городом Манапом, так сказать. Вот как бывает. Ай, посмотрите, дорогие друзья. Капитан первого ранга. Равняйся. Смирно. Итак, лавка Army Plus Store. Andrew, where's my $20? Here we go, my $20. That's my first customer. Бабушка моя проработала на новом базаре в Одессе 40 лет. Так вот она учила. Первые делают вот так. Раз, 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 раз. Это на удачу, на удачу, на удачу, на удачу, на удачу. Все это надо вот так вот помолить двадцаточкой. Помолили двадцаточкой. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Первая двадцаточка заработана, дорогие друзья. Первая, другие мои, самая тяжелая, самая тугая такая первая двадцаточка. Распаковочка, распаковочка, растусовочка. Лавочка Army Plus Store на флимаркете English Town Flea Market. Оставайтесь с нами, будет, ох, как интересно. Сегодня говорим про лавку. Сегодня говорим про лавку и только про лавку. О ней можно говорить часами. Но мы будем говорить 10 минут. Этого вполне достаточно, чтобы ознакомиться, частично ознакомиться с тем, что здесь есть. Набежало было в лавку людей, сейчас вот рассосалось. А я люблю, когда здесь полная лавка. А это примерно вот еще через полчаса. После 12, когда испаноязычные придут из церкви. What are we buying, guys, today? Смеются. Where are you from? Mexico? Guatemala. Guatemala, nice. Yeah. Mucho dragas. Mucho bandidos. Много бандитов, я говорю, много наркотиков. Guatemala. Super sale today. Super sale. Супер сейл, prices are low, let's buy it quick, давайте быстро купим, говорю я. Ох, я имею здесь развлечения. Лавка, ну она, конечно, приносит доход, разговора нет, но вообще это мое место отдыха. По, иногда по субботам и по воскресеньям. Я тут отдыхаю душой, так сказать. Целую неделю на работе побегаешь, побегаешь, набегаешься, нанервничаешься, у меня работа. Нервная такая и опасная, можно сказать. А тут просто, ну вот просто оттяг такой в лавочке. Let's buy something quick. Price is still low. Быстренько говорю. $25 today. $25. Any size, any color. Любой цвет. Любой цвет, любой размер 25. Так говорю сегодня им я. Оставайтесь на канале Бложка в США немножко. Будет интересно. Будет интересно. Лавка Army Plus Store. Подходят, подходят людишки.
Guys, I'm gonna put you on my YouTube channel. You don't mind, right? Oh, okay. YouTube channel? Yeah. There you go. Why not? YouTube channel going? About... How's it going, YouTube? It's going. Yeah, here we go. We're English Town Auction, New Jersey. You got it. You're the best. You hired. I'm going to translate on Russian for Russian subscribers. Oh, привет. Привет, как дела? Молодец. Да. What are you going to buy today? Что ты сегодня покупаешь? I didn't say I was buying anything yet. Okay, I hear you. Я говорю, что покупаешь. Он сказал всем привет. Ну, нормально. English Town Auction, flea market. Or, should we say, free market, right? Вы на канале, yes, Бложка, в США немножко. Oh, вот у меня сегодня появились русскоговорящие ребята. Или как их здесь называют, иностранцы. Иностранцы, да. Будем надеяться, что это мои клиенты. Ну, я буду работать над этим. Всем привет, вы на канале Бложка в США немножко. С вами Дмитрий Геллер, создатель канала. И Лера, которая привет. Ищет советские значки. Да, Лера? Привет, Лера. Что-нибудь нашли? Пока ищем. Обязательно найдете. Знаете как, у меня здесь, в лавке сейчас, да, где-то в районе, ну, 4000 экземпляров разных, да, начиная от пуговички какой-нибудь здесь, заканчивая вот там, допустим, капитана первого ранга форма. Генеральские здесь есть. Я иногда делаю ревизии, перебираю и так говорю себе, что я коллекционер сам. И я так говорю себе, елки-палки, какая вещь, вот бы мне ее домой. Потом говорю, дружище, она твоя, просто отнеси ее домой и повесь себе на стенд. Вот и все. Потому что все, что вы здесь видите, уже давным-давно выкуплено, давным-давно мое. И это победа. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Ну что, Лера, найдем что-нибудь? Да, конечно. Обязательно. Спасибо. Ну вот, я же сказал, что ты что-то найдешь. Самовар, ты его держишь upside down. А у меня такой настоящий есть, представляешь? Да. Да, у нас тоже. Вот именно такой? Именно такой? Не думаю. Не точно такой. Не такой, да. Эти очень редкие. Да, это пауки. Я собираю, у меня больше 100 экземпляров. Серьезно? Самовар. Да, даже здесь немножко есть по лавке. Отлично. Ну, enjoy, так сказать. Это победа. Огромное спасибо за покупку. Вам тоже спасибо. Пожалуйста, приходи еще. Ой, какие красивые. Отличные значки. Угу, вот и подошло к концу знакомство с лавкой Army Plus Store, которая находится на English Town Auction and Market в городе Маналапан или в городе English Town, 90 Wilson Avenue. Red Building, boot number 43, часы работы с 9 до 4, субботы и воскресенье. Посетите нас, посетите. А также подпишитесь на канал Бложка в США немножко и познакомьтесь с ее создателем Дмитрием Геллером. А я должен немножечко поработать вот там, за ювелирным столом. Но это уже совсем другая история. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите в комментариях. Скажите, чего бы вам хотелось посмотреть в лапке. В лапке 4000 экземпляров. Я покажу и расскажу вам. Давайте двигать канал вместе. До встречи, друзья!